аппаратом, после чего на обузданное космическое тело можно будет отправлять экспедицию для различного рода исследований и тренировки полета на Марс, запланированного на 2030. Как ожидается, в случае успеха проекта астронавты смогут вступить на неизведанную астероидную Землю уже в 2021 году. НАСА ранее уже запланировала космическую миссию на какой-нибудь астероид к 2025 году. Однако оказывается, что гораздо быстрее и дешевле не отправлять миссию к астероиду в глубинах космоса, а обзавестись домашним, притянув его поближе к Земле и закрепив на орбите.